А моя идея в том, чтобы не разделять предметы как отдельные направления, например, не отделять литературу от философии и истории, химию от физики там, и биологии и так далее, что позволяло бы видеть как раз-таки целостность картины мира и, соответственно, метапредметные такие мосты выстраивать, которые позволяли бы видеть информацию, которая вот здесь, как ее можно еще применить абсолютно в разных областях.